Всем привет, дорогие друзья, с вами Бадди. Мы продолжаем с вами проходить игру под названием Ведьмак 3 Дикая Охота. Это у нас уже 70-я часть прохождения этой игры, но все это мы продолжаем. И остановились с вами на задании. Короче, с этой серии мы начинаем проходить уже полноценное дополнение, которое называется Каменные Сердца, которое мы еще не проходили. А Кровь и Вино мы уже прошли, ребята, до конца. Первый ростки зла. Погнали. Начинаем проходить следующее DLC. Посмотрим, что там теперь. Интересно. Что у нас там будет? Про что вообще? Будет ли другая карта, типа другой мир? Сейчас посмотрим. Или нет? Вперед, плотва! Это для меня прям загадка. Я, в принципе, доволен своей броней. Мечами все нормально у нас с этим. Всех херачим просто. Сокровище под охраной, капец. Так, это мы там что? Отправиться к Олифу фон Эвер и поговорить с ним о контракте. Ага. Люблю нажраться. Да где уж? Похмелье. Ну, давай посмотрим. Эй, ты! Ты кто еще такой? И чё здесь шастаешь? Я ищу Ольгерда фон Эверека. А, он внутри. Наверное, я маску сниму, чтобы лицо было видно Геральта. А то так неинтересно. Выражение лица хочу видеть. Это какой-то другой народ. Казахи какие-то. Татуировки даже у женщин. Мне нужен Ольгерд фон Эверек. Нету здесь такого. Мне сказали, что тут я найду Ольгерда фон Эверека. Кто-то здорово тебя обманул, брат. Тогда, думаю, вместо него ты мне поможешь, брат. Сдается мне, что у нас с тобой матери были разные. Ладно, Энгус, оставь его. Это я, Ольгерд. Говори, что тебя привело. Нет, нет, это я, Ольгерд. Рофлит. Ты? Да куда тебе? Это я, Ольгерд. Офигевший. Весело тут у вас. Я бы с радостью еще посмеялся. Только времени ждет. Похоже, дело серьезное. Я насчет чудовища из каналов. Кажется, Ольгерд фон Эверек дал на него заказ. А, так значится, ты ведьмак. Это многое объясняет. И что, например? Говорят, из вас выскребают все чувства. Видать, так и есть. Стоишь, будто жертв проглотил. Ну ладно, ваша милость, ведьмак. Пошутили и хватит. Ничем тебя не проберешь. Пойдем. Отведу тебя к Ольгерду. Ну, не совсем, конечно.
шутники те еще. Как тебя звать? Давайте маску сниму. Геральт из Ривии. Дам я тебе совет, Геральт из Ривии. Как придешь к Ольгерду, постарайся его заинтересовать. Заинтересовать? Это же ему нужен кто-то, кто убьет чудовище. Кто-то? Это не обязательно. Да, вот он. Вот он как выглядит. Атаман, тебе гости. А знаешь, какие скульптуры продаются лучше всего? Статуи башков, бюсты королей и голые бабы. И что у нас тут? Голая баба. Что ты про нее скажешь? А мне нравится. Особенно эти две овальные формы. Шутник. Это хорошо. Не люблю людей без чувства юмора. Мне с ними страшно скучно. Любил я некогда Вотичелли. Он как никто умел вдохнуть жизнь в кусок холодного камня. А смотришь на это и видишь только кусок скалы с идеальными пропорциями, без недостатков, совершенной до боли. Скучный и мертвый, как булыжник на обочине. Каменное сердце, почему каменное сердце? По крайней мере, интересней. Ладно, теперь обсудим детали. Спустимся к моей компании. Перекусим чем-нибудь. Ну, давай. Я так понимаю, ты уже не главный. Атаману Ольгерду слава! А? Слава атаману! Виват! Виват! Да здравствует атаман! Давай, выпей с нами! Ну вот, теперь у нас уже и нет выбора. Принеси нам вина, милая, и что-нибудь поесть. Ну, давай поговорим о заказе. Расскажи мне побольше об этой бестии из каналов. Я не знаю, что это такое, но оно убивает людей. Я бы не стал о нем волноваться, если бы его жертвой не стала моя кухарка. Никто лучше нее не готовил дичь. И за этой дичью ты послал ее в каналы? Нет, она на ярмарке была с сестрой, то ли с родной, то ли с двоюродной. Та ей и наплела, что в каналах Оксенфурта живет принц, превращенный в жабу. Ну а бабы и есть бабы. Каждая хочет принца, хоть бы за ним пришлось брести по колено в говне. И Веска тоже хотела. Вот и пошла, да так и сгинула. Впрочем, говорят, она не первая. Эй, оставьте ее. Так-то вы обращаетесь с дочерью хозяина. Прости. Так о чем мы? Ах, да, насчет заказа. Ну так как, займешься этим? Поговорим о награде. Осталась еще одна мелочь. Плата. Не думай об этом. Вернешься сюда с башкой чудовища и заберешь отсюда все, что тебе понравится. Это очень щедро, но я предпочту уговор на конкретную сумму. Ну, будь по-твоему. Сколько тебе надо? 300-400 крон? 450. По рукам. А отсюда ты все равно сможешь взять себе какой-нибудь сувенир. Ну окей. Я избавлюсь от чудовища. Принесешь сюда его башку, и награда себя ждать не заставит. Спуститься в канал под Оксенфурдом. Ольгерд фон Эверек. Первые ростки зла. Ну, вроде пока что все просто. Просто взяли заказ.
Эй, ты, кошачьи глазки. Мое имя Геральт. А я тебя буду звать Кошачьи глазки. Ты что, запретишь мне, а? Давай лучше к делу. Есть для тебя задание, Кошачьи глазки. Кто-то убил моего друга. Его звали Клюверт. Я хочу, чтобы ты узнал, кто за этим стоит. И снес ему башку. Давай. Продолжай. Клюверт торговал Фисштахом. Пару дней тому назад он поехал в заброшенную деревню Луковец. За товаром. И не вернулся. Ты была там? Видела его труп? Нет. Еще раз. Но задание, Клюверт походу, из тех парней, что держит будет. Слово. Раз он не пришел на встречу со мной, значит, он мертв. Найди урода, который это сделал, и убей. Я хорошо заплачу. Ну что ж, я подумаю. У Клюверта был шрам на лбу, похожий на твой. По нему ты опознаешь тело. Сказал, подумаю. Знаешь что, Кошачьи глазки? Я раз посмотрю на мужика и сразу знаю, из какого он теста. Готова поспорить, что ты выполнишь мою просьбу. Найдешь меня в Оксенфурте, в Алхимии, в корчме рядом с рынком. Окей. Да, дополнительно это роза на красном. И только так мы будем брать дополнительные задания. Устал с дороги? Они отмечены синим значком, типа, да? Я так понимаю. Да. Отмечено так. Хорошо, давайте отправимся сюда. Чтоб побыстрее как-нибудь это произошло. Перемещение. Но! Погнали. Так, добрались, и теперь давай сюда. Оксенфурт, маленький городочек. Сейчас мы там. Мне кажется, будет чудовище очень таким простым. Ну, типа, не главный. Но потом будет продолжение какое-то. Вот. Не должно быть так, типа, просто. Зло будет какое-то очень ужасное. Не шали! Предание! Так, это что такое? Нифига себе, останавливается. А ты куда собрался, братец? А тебе что за дело? Ты находишься в зоне военных действий, а мы тут военный налог собираем. А мне кажется, что вы на водку собираете. Интересно, будешь ты такой же дерзкий, когда мы тебя обвиним в шпионаже? Плати и не болтай. Я не дам вам ни гроша. Я же говорил, он шпион. Мы тебя арестуем именем доброго короля Родовида. Ну попробуйте. Что здесь происходит? Докладываю, мы задержали подозрительную личность, шпиона. Чего? Из ведьмака такой же шпион, как из тебя, благородная девица. Еще раз поймаю вас за тем, что вы вымогаете деньги, всех отправлю на Восточный фронт. А ты, ведьмак, не крутись здесь. С
Спасибо, прощайте. Не шали. 10 очков опыта, нормально. Сволочь. Я им денег не дал вообще. О! Эй! Знаю, что про вас говорят. Помогают, твари. Эй, и куда ты прешься? На... Что, а вот тебе колодец? Жить уже тот надоело? Самый. Там в каналах чудище страшное сидит. Лучше от него подальше держаться. Говорят, оно уже много девок забрало. Ну-ка. Посмотрим, что там. В каналах этих нафиг. Следы сапог. Большие, похоже, мужские. Мужику-то заколдованный принц наш раздался. Так, это обычный утопца. Любишь серебро, да? С ними сделать нечего. Так, а вот это что такое? Раны резанные явно от клинка. Это работа не чудища. Тут, походу, человек еще. Тут кто-то есть. Может быть, она не умерла. Может быть, она выжила. Это? Не смей, слышишь? Даже не думай. Пожалуйста, не делай этого. Нет. Шани? Геральт? Что ты здесь делаешь? Пытаюсь спасти ему жизнь. Помоги мне! А кто такая вообще, я не знаю. Шани, успокойся, он умер. Наверняка еще что-то можно сделать. Оставь его. Черт бы побрал! Все зря. Это девушка еще, которую он знает. Ты сделала все, что могла. Спасибо, Геральт. Рада тебя видеть. Я тебя тоже. Потерял тебя из виду, когда уехал из Узимы. Ну, как дела? Долго рассказывать. В общем, я по-прежнему лечу людей. Открыла лечебницу здесь, в Оксенфурте. Но поскольку я гражданка Редании, то еще работаю на армию. Не страшно. Я люблю долгие истории. С удовольствием. Когда мы отсюда выберемся. Так тебя сюда реданская армия направила? Или ты просто спустилась в каналы воздухом подышать? Я получила задание этим утром. Со мной был отряд солдат. Что-то напало на нас. Так, какие у вас было задания? Зачем они послали тебя сюда? Если это, конечно, не секрет. Мне нужны образцы яда твари, что шастает по каналам. Оно не только убивает людей, которые сюда забредают, но и отравляет воду в колодцах. От этого страдают и местные жители, и солдаты. Хочешь, я... Попробую убить эту гадину и принести тебе образцы. Очень мило с твоей стороны, Геральт. Только я пойду с тобой. Чудовище опасно. Ты видела, что оно натворило? Я уже большая. Я справлюсь. И не нужно спорить. Ты же знаешь, я все равно сделаю по-своему. Ну ладно, будь по-твоему. Покажи мне, где оно на вас напало. Вон там. Решетка сильно погнута, как от удара огромной силы. Я захлопнула ее, когда убегала. Наверное, чудище в нее шарахнуло. Это все еще переростки из Ларвия. На, закрыто, блин. Ладно. Хорошо, что она выдержала. А теперь нам надо найти обходной путь. Ты хочешь поискать снаружи? Я скорее надеюсь, что это туда повредило одну из стен.
Так, это что у нас? Пещера? Это солдаты из твоей охраны? Да. Они. Верн, Миклас. Бедные ребята. Чудище с ними не цацкалось. Они спасли мне жизнь. Так что же тут случилось? Мы пришли сюда, и Миклас стал осматривать следы. Когда на нас напали утопцы. Ребята быстро с ними управились. Но Франц получил по ноге. Мы отстали от остальных, и я занялась перевязкой. Нол стоял на страже. Вдруг появилось чудище. Нолс оттолкнул меня в сторону выхода, а сам бросился в бой. Я оглянулась и увидела, что он лежит на земле весь в чем-то клейком. Тогда я вернулась и оттащила его туда, где ты нас нашел. А чудовище? Миклас и Верн отвлекли его на себя. И дорого за это заплатили. Но ты все-таки видела, кто на вас напал? Все случилось так быстро, я не успела рассмотреть. Я видела его только сзади. Оно было большое и склизкое. Надо здесь осмотреться. Тот, кого ты перевязывала, здесь? Франц? Я его тут не вижу. Думаешь, чудовище его утащило? Может быть. Наверное, оно приползло оттуда или убежало туда. Глубоко тут. Нижний уровень каналов закрыт, но у Верна, командира отряда, был универсальный ключ. Ладно, я его поищу. Так, что, спускаемся сюда? Геральт, с тобой все в порядке? Все нормально. Мне здесь не спуститься. Я поищу другую дорогу. Будь осторожна. Это утопс обычный. Я думаю, уже монстр будет какой-то. Здесь нет. Говори. Много утопцев, капец. Сколько можно нафиг? Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца и не нашла ничего, кроме ужасной смерти. Геральт, что с тобой? Я в порядке, а ты? Как ты сюда залезла? У Верна был при себе ключ от решетки. Смотри, там Франц. Скорее то, что от него осталось. Что за тварь могла такое сделать? Интересно. Что? Франц был ранен в ногу, так? Угу. Немного выше колена. Ты чем-то обработала его рану? Только продезинфицировала спиртом. А в чем дело? Смотри, похоже, чудовище откусило Францу эту ногу. Остальные тела остались целы, не считая ран, полученных в бою. Ты хочешь сказать, чудовищу нравится алкоголь? Ага, смешанный с кровью. Че, вампир, что ли? Тут мы уже ничего не высмотрим. Надо найти логово. Я с тобой. Странный запах. Алкоголь, кровь.
А, вот. Ничего нет, чудовище. Сейчас по запаху пойдем. Все должно быть проходило здесь. Чудовище ушло через этот канал. Мы здесь не пройдем. Тело женщины все покрыто слизью. Выглядит так, будто чудовище оставило ее на пол. Тело практически не тронуто, покрыто слизью наполовину. Что-нибудь найдем здесь. Надеюсь, бедняга не мучился. Очень много утопцев, конечно. Ну, сейчас собственно справимся. Я что-то спать захотел. Сейчас мозг еще поснимаю, я лягу спать сразу на этот. Здесь достаточно слизи. Может, тебе хватит для образца? Мне бы хватило, но это слишком грязный образец. Эта несчастная, кажется, пыталась отсюда выбраться, но не сумела. Несчастная. Пришла сюда расколдовать принца. Не нашла ничего, кроме ужасной смердянский вояка. Похоже, решил убить чудовище своими руками. Полно убитых утопцев. Странно. Ну, а что-то там есть. Там, наверное, какая-то битва. Разлагающиеся тела, слизь повсюду, и эта вонь. Должно быть, мы в логове. Сейчас будет здесь битва жесткая. Босс, наверное. Бестия была здесь совсем недавно. Возьму образец. Здесь сходятся все трубы и коридоры. Что теперь? Нужно заманить тварь сюда. Как? Если ты не знаешь, что это за чудовище. Но я знаю, что оно любит спирт, смешанный с кровью. А у меня как раз есть немного спиртного. Ты же не собираешься пораниться, чтобы... Успокойся. Здесь полно тел, использую одно из них. За работу. В бою я тебе не помогу, а вот после могу пригодиться. Поищу какое-нибудь укрытие. Лучше дождись меня наверху или возвращайся к себе. Но... Никаких «но». Если хочешь, можешь подождать в коридоре, но как только появится чудовище, беги на поверхность. Ладно. Шани, посмотри на меня. Обещай, что убежишь. Обещаю. Хорошо. А теперь прячься. Береги себя, Геральт. Ну, это будет изи сейчас. Это что, типа спирт, что ли? Медитация. Thank you.
лягушонок. Понятно все. Капец. Что-то прыгает жестко еще. Ладно. Тварь прыгает. Чисто повезло сейчас. Я даю ему разок вообще. Боже. Все, вроде. Только 30 очков опыта. А? Что это такое? Кто это нахер? Это еще кто такие? Рыцари. Гадараш Айлвуд. Чего? Мусульмане. Немного позже. Что? Что происходит? А, наконец-то ты очнулся. Еще и говоришь по-человечески. Я уж думал, что всю дорогу так и буду разговаривать с собственным отражением в параше. Что за... Где это я? На Альбатросе. Или скорее на Фагбархиле, на этом их чудном языке. Плывем в Афир. Не припомню, что вы записывался в матросы. Что, в расы? Да нет, брат, это они тебя сами сюда прописали. Ты, говорят, убил их принца?
Точно, жаба из каналов. Зараза. Похоже, мне еще повезло, что не убили меня на месте. Это как посмотреть. Я немного знаю Афирский и слышал, как они говорили, будто их король послал сюда, чтобы найти и расколдовать принца. Они поклялись ему своей честью и честью своих семей на 5 поколений, что привезут его живым и здоровым. А я его убил. Прекрасно. И теперь они сочли делом чести доставить убийцу принца пред светлые очи короля. Ты пробовал отсюда выбраться? А то. Употребил все свое обаяние, да только зря. Видно, плохо я знаю Афирский. Я вообще не знаю. Мы будем плыть, наверное, с месяц. Могу тебя поучить. Элькаль Орьялле! Что он говорит? Велел нам заткнуться. Произошло недоразумение. Я могу поговорить с капитаном? Эляль Сохан! Молчи, собака, ты убил принца и ответишь за это. Гиллиам Валар, Куарвар Этене. Если бы решал я, ты был бы уже мертв. Ревагернерам Эакарер. Право мести принадлежит не нам, а королю. Мы поклялись честью. Как сказать, отведите меня к капитану. Вальт Алехе Уль Эвулла. Как? Эльхай! Вальт... Вальд Алехе Уль Эгула. Блин, я не запомнил. Блин. Что случилось? Что он сказал? Чтобы ты тихо сидел. И что через 2 недели будешь висеть. Прекрасно. Успокойся. Что с ними болтать? Знай себе, курлыча злобно, да надуваются, ты заметил? Как те рыбы, как их... Как же они называются? А тут нет никого, кто говорит на всеобщем. Есть с ними наемник, похожий на Айдирнса. Это он меня нанял, чтобы я показал им каналы. Да еще я слышал, как их главный, чародей, на нем разговаривал. Только вряд ли они станут с тобой болтать. Ладно, хватит языком молоть. Ты лучше вздремни немного. У нас впереди долгий путь. Мне спать не хочется. Зато очень хочется, чтобы здесь был кто-то, с кем можно договориться. Приветствую, Геральт. Помнишь меня? Это принц, что ли? Помню. Мы встречались в Белом саду, ты... Гюнтер Одим, по прозвищу Господин Зеркало. Я помог тебе найти Йеннифер. А теперь вот да снова ладно. Встретились. И похоже, тебе снова нужна моя помощь. Я слышал, тебе грозит петля. Если только... Ты не умрешь раньше от здешней кормежки. Что он тут делает, Дрена? Откуда ты взялся? Зачем утомлять тебя скучной историей? Лучше заняться чем-нибудь полезным. К примеру, вытащить тебя отсюда, м? Ты ведь хочешь отсюда выбраться, правда? Хочу. Да только что ты можешь? А, больше, чем ты думаешь. Я помогу тебе, Геральт. Но я должен быть уверен, что ты меня потом отблагодаришь. Ясно. Ничего не бывает даром. Ничего. В конце концов, я ведь купец. Ну как, хочешь, чтобы я тебе помог? Хочу. По рукам. Когда все кончится, ищи меня в полночь на распутье под Ивами, у деревни Янтры. Дай-ка я тебе кое-что оставлю, чтобы ты обо мне не забыл.
Что это? Храм? Что это? Это знак, что мы теперь союзники. Новый храм, нифига. С кем разговариваешь? Ну, кто такой вообще? Ни с кем. Никогда не любил плавать. Чертова качка, а у меня морская болезнь. Ну, кто такой вообще? Эх, вот можно было бы так проспать весь рейс и... Нормально. Я на шторм не подписывался. Теперь мое жалование возрастает. Помоги нам добраться до Афира, и король щедро тебя вознаградит. Что с узником? Мы должны доставить его королю, и клянусь честью, что так оно и будет. А мы не можем просто привести его голову вашему королю, как того второго. Тот утонул, и мы ничего не могли сделать, а этого мы доставим живым. Кроме того, я хочу посмотреть казнь, которую король ему приготовит. Какую казнь? За убийство наследника престола полагается искупать в смоле, содрать кожу и четвертовать. О, это жестко. О, да. Моя экипировка. Давай. Ух ты. Офицерский маг. Ты кто такой вообще? Имертен! Имертен! Ты что делаешь, блядь? Так, а я где нахожусь вообще? Нихера себе. Читер какой-то вообще. Так, это сейчас все экипирую. Все, начинаем. Течение моего. Так. Изи. Так, это поинтереснее уже. Так себе. У них руны камня, ничего себе. Офицерский какой-то.
Офигеть. Нормальный меч такой. В ржоде. Так, полностью встретиться с господином зеркала на спуске Ивы. Господин зеркало, капец. Он мне шрам оставил даже на лице, огонь. Странный человек. Ну, здесь стандартная музыка. Ничего не поменялось пока что. Та же самая карта. А, в полночь. Стопе. Задание, серьезно? Спутник, эй! Садитесь с нами! Прошу! Странное вы выбрали место для разговоров об искусстве. Любое место хорошо. Нужно только разбудить в себе вдохновение. Водочкой, например. Может, выпьете с нами за поэзию? Почему нет? У меня как-то в горле пересохло. А ежели сушняк, то грусть в душе и мрак. Наливай, Гаскон! Господа, я мертвец Гипьян. Я нажрался, как мертвец. А знаете, что рифмуется со словом «мертвец»? Не будь так вульгарен. Что наш новый друг о тебе подумает? Лучше наливай. Ну хорошо, только это последнее. Ну, все понятно. Водки нет, трубадуров и вещей моих, зараза. Новиградское гостеприимство. Отлично. У меня вообще вещей нет? Сука. Броню мою забрали, да, твари? Ну, придется, короче, это... пизды им дать. За это все. Придется выполнить, ребята, потому что... это кобзда, реально. Пиздаем сейчас. Ликом пригож, а речами умили. Только в глазах стоит холод. Ого! А вот следы. Вот это. Знаете, тварь. Что рифмуется со словами «бешеный ведьмак»? Отдавайте мои вещи живо, а то засажу по самые гланды. Это, кажется, белый стих. Заткнись и верни ему все. Ну так значит, мы квиты, да? Квиты мы будем, когда вы отдадите мне свои вещи. Все?
Портки можете оставить. Веди себя прилично, хулиган. Вот бы его для цирка ловить и людям показывать. Капитал Евгений, можно сколотить. Прячься, ведьмак идет. Так, что мы получили-то у них? Ну, самое главное то, что все они нам вернули. Все, идем дальше. О, прямо здесь даже. Так, рядом нафиг. И дополнительно у нас остается только... Ну все, короче. Ждем полночь. Сейчас что-то интересное будет, наверное. Свистит. Я знал, что ты придешь. Ты ясновидящий? Дело не в том, кто я. Я помог тебе бежать. Раньше с моей помощью ты нашел Йеннифер. Теперь ты чувствуешь, что меня надо отблагодарить. Еще твой знак прекрасно мне об этом напоминает. Для того он и служит. Знаешь, это весьма занятно. Даже самые отпетые негодяи испытывают странную потребность отдать долг чести. Люди, эльфы, краснолюды, все расы. Ты должен мне это когда-нибудь объяснить. Ну, раз уж ты здесь, расскажи, как у тебя вышло с афирцами. Ты возникаешь ниоткуда, так же таинственно исчезаешь, вызываешь шторм. Кто ты такой? Колдун? Нет, куда там? Чарами я брезгую. Куда больше этих дешевых фокусов, меня интересуют настоящие людские истории. Одну такую я хочу тебе рассказать. Это история о подлеце с каменным сердцем. О человеке, который не хочет отдавать своих долгов. А с чего ты взял? Что мне это интересно? С того, что он навредил и тебе. Его имя Ольгерд фон Эверек. Что он тебе сделал? Прежде чем я это расскажу, хочу, чтобы ты уяснил одну вещь. Ведь Ольгерд фон Эверик совершенно осознанно послал тебя убить человека, которого, может быть, еще удалось бы расколдовать. И ты был бы казнен за это, если бы не я. А знаешь, почему он это сделал? Потому что он злобный, бесчестный выродок, который питается страданиями и болью других. Интересно, что же он тебе такого сделал? Я подписал с ним договор. Задействовал свои способности и связи, чтобы дать ему то, чего он пожелал. А теперь он уклоняется от уплаты задолженности. Ты хочешь, чтобы я выбил твой долг? Я не наемный головорез. А мне не нужен головорез. Мне нужен кто-то умный и хитрый. Кто-то, кто не боится испытаний. Кто-то такой, как ты. Это что, лесть? Ну, конечно. В конце концов, я бродячий торговец. Так что могу предложить тебе много интересных вещей. Например? Благодать для тела и души. У тебя всегда будут еда и питье в изобилии. Ты ведьмак, так что я могу дать тебе лучшее оружие, какое только пожелаешь. Твое тело будет ловким, как никогда. Мысли быстрее молнии. Твоя страсть очарует любую женщину. Но прежде всего, я предлагаю тебе настоящее приключение. Ты испытаешь то, что дано пережить лишь избранным.
Щедрый ты. И все это лишь за помощь в одном маленьком дельце? А больше ты ничего от меня не хочешь? Ничего. Только честности. А что ж все твои таланты и связи? Почему ты сам с этим не разберешься? Тут есть нюанс. По контракту, прежде чем я приду за долгом, должны быть исполнены 3 последних желания фон Эверика. Проблема в том, что я не могу быть их исполнителем, а лишь, как бы это назвать, консультантом. То есть тебе нужен мальчик на побегушках? Мне нужен союзник. Я чувствую, что лучшего, чем ты, мне не найти. Так чего ты от меня ждешь? Сначала мы вместе навестим фон Эверика. А там увидим. Будем импровизировать. И все же я верю, что все кончится хорошо, а после мы все встретимся и поблагодарим друг друга за то, что пережили вместе. Да, перейдем к делу. Расскажи мне о 3 желаниях Хольгерда. Он может попросить исполнить 3 вещи. Но подробности мы узнаем только на месте. Ну, давай. Хорошо. Идем к Хольгерду. Но я ничего не обещаю. Это все, чего я прошу. Теперь убери этот знак. Разумеется. Как только ты справишься с заданием. Иди, и ты не пожалеешь. Встретимся там. Мне надо кое-что уладить по дороге. Получить какой-нибудь долг? Может быть. Интересный чувак. Так. Ну, пойдем. Ну, самый ближайший вот этот все равно. Сейчас поговорим. Руки убери! Руки убери! Дьявол шел кривой дорожкой, затаивши зло. Что? Какого фига? О, кого я вижу? Ведьма! Опять палку от метлы проглотил. Ха, как жизнь? Что у тебя на роже выросло? Никак афирский сифилис подхватил. Вроде как. А у вас имение горит. Заметили? Это? А, да. Пустяки. Ну, ты знаешь, как бывает. Пирушка-то хорошо пошла. Танцы, выпивка, веселье. Ну и нас немного занесло. Оно и видно. А где Хольгерд? Да чтобы я знал. Где-то здесь, наверное. Нет! Умоляю! Нет! Захлопни пасть! Отпустите меня! Оставьте! Заткнись! Я с вами хлеб делил! Пили вместе! Воевали рядом! А вы хотите меня убить? Я же один из вас! Может, ты и был когда-то, а теперь уже нет. В чем его вина?
А тебе-то что? Не твое дело. О, а что сразу так нервно? Ты оглох, что ли? Убирайся отсюда, выродок! Я лишь хотел узнать, что здесь происходит. А вот и не узнаешь! Проваливай! Уйду, когда вы мне скажете. Да чего же ты упрямый хер? Атаман велел его казнить. Ну что, мы тебе сказали? Так вали отсюда, не мешай. Не сегодня. Оставьте его. Охренеть! Просто поверить не могу. Ты что, со своим хуем мозгами поменялся? Уноси отсюда свое ведьмачье гузно! А то что? А то убью! Ну давай, попробуй. Эй, что тут творится? Геральт, ты решил поиграть в защитника угнетенных? Скорее в потрошителя ублюдков. Пока я здесь, ты никого потрошить не будешь. Это вызов? Почему бы и нет? С ведьмаком я еще не дрался. Одолеешь меня, я его отпущу. Отойдите. Да это легко будет. Не желаешь ли подождать, пока дождик перестанет? Мне без разницы. Вот и хорошо. Тогда начнем. Ну давай. О, время драться, Герц. Пусть победит сильнее. Чего? Кто такой? Последнего! Он очень жесткий какой-то. Что? Он ему способности дал, походу. Отвечаю. Скотина! Слишком мощный, по-моему. Даже очень. Я сейчас буду долбасить его, наверное. Как не бьются, как яйца взбивают. Yeah.
драться расхотелось. Конечно. Сложный. Все. До последнего. Так не бьются, так яйца взбивают. Гнусный же ты. Сильный удар у меня такой. Очень сильный. Исчез, сука. Жалко. Давай, давай.
Геральт! Желеби! Чего? Это кто такой? Ебать. Это кто такой вообще? Хороший удар. Ты победил. А теперь, может, ты мне скажешь, почему ты лезешь не в свое дело? Я хотел помешать кровопролитию. Браво, Пиздец. Браво, Геральт, благородное сердце. Но все не без пользы. Теперь ты, по крайней мере, знаешь, что мне не так легко потерять голову. Отпустить! Повезло тебе, парень. Что за мужик вообще? Зачем все это представление? Разве ж это представление? Человеку иногда надо вкусить немного безумия, чтобы освежить вкус к жизни. Судя по тому, что у тебя на лице, ты знаешь, о чем я говорю. Ты знаешь, что это такое? Я не уверен, но догадываюсь. Ты связался с опасным человеком, ведьмак. Ты бессмертный? Смотря что ты под этим понимаешь. Да, убить меня нельзя. Но это вовсе не так приятно, как может показаться. Жить вечно не означает жить полной жизнью. Так это проклятие? Проклятие? Нет, не думаю. Скажу тебе так. Будь осторожен в своих желаниях, ведь они могут исполниться. А ты потом будешь бодаться с последствиями. Что-то я не улавливаю. Если ты знаешь, что тебе почти невозможно причинить вред, начинаешь рисковать все больше и больше, покуда не обнаружишь, что уже ничто не может развеять твою скуку. Вся соль в том, чтобы миновать эту точку и увидеть за ней новые возможности. Я убил бестию в каналах. Ну, мои поздравления. Тебе полагается награда. И ты можешь взять себе что-нибудь из дома, если там еще что-то не догорело. Хитрый какой, а? Трудный был бой. Когда я убил чудовище, оно превратилось в человека. Ты знал, что так будет? Ну, конечно, знал. Иначе бы он тебя в это не впутывал. Гюнтер Адим снова пришел поливать меня грязью. Нет. Я пришел получить долг. Но сначала ты должен найти помощника, чтобы исполнить три твоих желания. Вот он, Геральт из Ривии. Он сказал правду? Ты знал, что жаба — это проклятый принц? Не только знал, но и сам приложил к этому руку. Он не упоминал об этом? Это весьма поучительная история. Я расскажу. Ольгерд был некогда влюблен в прекрасную девушку по имени Ирис. Но ее родители выбрали себе в зятья афирского принца. И Ольгерд возненавидел его. Сначала он хотел его убить, но счел, что это слишком просто.
а потом обрек его на страдания, жалкую жизнь в обличье жабы. А когда ему наскучили мучения принца, он решил убить его твоими руками. Напомни мне один, кто должен выполнить три моих желания? Мой помощник, Геральт. Так убирайся прочь. Не желаю видеть твою рожу дольше, чем необходимо. Интересное тоже дополнение. Идем. Куда? На конюшню. Мои люди уже собираются в путь. Наверное, проще будет, если я спрошу прямо. Что я должен для тебя сделать? Ха. Дай подумать. Раз у нас нет больше крыши над головой, пожалуй, с этого и начнем. Добудь мне дом Максимилиана Барсоди. Его дом? А что ты удивляешься? Надо же мне где-то жить. А это что такое? У тебя что, боги последний разум отняли? На грязного коня хочешь сесть? Поди прочь. Знаешь, что бы сделал Витальд, если б такое увидел? Знаю. Витальд? Мой брат. Сам мог смердеть, как трехдневные анучи, но кони у него всегда выглядели, как на параде. Никто не умел развлечься, как Витальд. Жаль, что теперь он совсем не веселится. Поэтому ты сделаешь так, чтобы он отвел душу за все это время. Ясно, будет сделано. А третье желание? Выполни сначала эти, а там видно будет. Где мне тебя искать, когда я разберусь с домом и с братом? Кто же знает, куда нас компания занесет. Вот что, ищи меня в корчме в Оксенфурте, в алхимии. Договорились. До свидания. Раздобыть, значит, дом, потом с братом. С братом сложности быть не должно, но этот дом... Как же я ему принесу дом? Я бы, наоборот, не стал беспокоиться о доме. А вот с братом будет потрудней. Почему с братом Ольгерда мне должно быть труднее? Потому что он уже несколько лет как мертв. О, некромантии не хватало мне. Некромантия — это не единственный способ вернуть кого-нибудь к жизни. Есть еще ритуал призвания. Это выбор между чумой и холерой. Кроме того, мне понадобилась бы кровь призванного. Кровь, разумеется. Призванного не обязательно. Вот. Держи. Откуда это у тебя? Геральт, Геральт, ты страшно любопытен. Представь, что это кровь Эвериков, и проводи ритуал. А где мне найти этого Витальда? Не могу же я делать все за тебя. Используй голову. Род фон Эвериков был известен в этих краях. Наверняка найдется кто-то, кто о них слышал. Например, та рыжая красавица, барышня-доктор. Не забыл ее? Есть идея, как мне достать для Ольгерда дом Барсоди? Я знаю только одних Барсоди в округе. Они держат в Оксенфурте аукционный дом. Припоминаю, однажды они чуть не продали с аукциона мои мечи. Но дело было в Новиграде. Они переехали. У тебя есть прекрасная возможность выяснить, почему. Хорошо, я найду их. И что дальше? Не знаю. Может быть, на месте тебе придет что-нибудь в голову? Да, возьми с собой побольше наличных. Могут понадобиться. Эх, пора приниматься за дело. Не вижу энтузиазма. Ты же замечательно при этом развлечешься. Жду не дождусь. Если мне понадобится помощь, где тебя найти? Я сам тебя найду.
Без. Удачи, Геральт. Родим, как вы там? Капец. Так, пиратские взломы прошли. Хорошо. Чекнем задание. А, сразу два задания, ничего себе. Это мы потом выполним в следующей серии. На этом заканчиваю. Спасибо тем, кто смотрел. Ставьте лайки, подписывайтесь, твой друг ВКонтакте. Пишите комментарии. Всем пока. В следующей серии будем продолжать.